это слышите? Это не я один слышу, это не у меня в голове собака лает в 3 часа ночи. Какого черта люди такие эгоисты? Это как вообще так можно жить и не думать о других настолько? Сейчас 3 часа ночи, я на протяжении 2 часов пытаюсь уснуть, потому что ровно этажом ниже живет собака, которая носится по всей квартире, лает и не дает мне спать. Я пытался ставить какую-то симфонию в уши, я пытался включать звуки джунглей. Не получается. Я по-прежнему не могу заснуть уже на протяжении 2 часов, и какого черта люди такие эгоисты? Короче, чуваки, сейчас принял радикальное решение взять одежду, взять кроссовки, и этот день начинает быть насыщенным. Ай, нифига мне не получится пойти ночевать в другую квартиру, потому что ключей нету, и где их искать, я не знаю, поэтому будем пытаться заснуть с собакой, которая не перестает лаять. Ох. И очень сильно хочется спать. Никогда не буду заводить животных. Никогда. Круто на улице. Ребята, жалко, снег не передается через камеру, но на улице очень снежная погода. И, чуваки, в нашей жизни происходит все так, как и должно происходить. Ты забываешь об этом каждый раз. И собака, которая не давала мне спать всю ночь, она словно вот подвела меня к тому, чтобы я написал свой лучший рассказ вообще в своей жизни. Когда я поставил последнюю точку, я был дико доволен собой. Кстати, чуваки, есть несколько хороших, плохих новостей. И первая хорошая новость. Я проснулся и узнал, что через полчаса будет сеанс «Звездных войн» за 100 рублей. Поэтому я решил такую возможность не откладывать и срочно за нее взяться. Чуваки, плохая новость в том, что я не сделал себе сок. Блин, какой же я разочарованный еду сейчас. Весь, когда ты находишься на соковом питании и... Происходят моменты, когда ты просто не успеваешь что-либо сделать, и ты вынужден довольствоваться фруктом, который я взял с собой, это виноград, в кинотеатр. И надеюсь, я там не умру с голода. Наставников.
безнадежен. Блин, чувак, что так долго? Вообще не зашло. Почему? Так. Тихо. Почему каждый раз, когда я пошел по силу, ты все время хочешь разорвать? Тихо. Нельзя. Тихо. Все, молодец. Какой же эгоизм заводить собак? Ты поймешь в моем блоге почему. Ужас вообще. Никогда этого не буду делать. Это вообще ужасно. Зачем? Это не только против воли животного. Твой геморрой вообще. Ладно, нет, ты оставляешь животное одно дома. Вообще в неестественных условиях. В полностью неестественных условиях. Вообще не думаешь о соседях. Вообще не думаешь вообще ни о ком. Ну блин, они максимально неестественные. Да, собаки неестественные существа, но заводить их — это еще более глупая идея. Просто вот посмотрите на этот хвост. Вот как он может быть естественным? Вот. Он же так смешно заболтался. Посмотри. А? Да не особо. Зря. Ну, если ты настаиваешь. Нет, сложно. Да блин, ублюдок. Ну почему Егор снова опаздывает? Ну это же Егор. Он мой планшет по-любому не возьмет. А, нет, не забыл. Короче, чуваки, идея крутая, но мне а ее надо... А, Егор, можешь забрать раз? Ты что, ты снял? Меня никто никогда не слушает. Блин, старого повода еще в июле снял. Мне не нужны. Вообще не нужны? Почему? Может, я не пользуюсь, чем просто повод и все. Ну, это как возьму себя, во всех случаях. А модай по второму. Блин, я заказал еще одну просто. А модай по второму. Тебе не нужно? Не. Я на наушники. На модай по второму разу. На наушники. На да провод делают уже нормальные, очень крепкие. Поэтому они нафиг не нужны. Вас опять можно вставлять по полтора часа без монтажа. Так, это, чуваки, идея очень крутая, только дайте мне время, я хочу ее вспомнить. Потому что я ее записал, да что ж такое-то? Ко мне зашел домой? Да. Всем насрать. Еще в буфет заглянул? Нет, я поздоровался с твоей бабушкой. Короче, чуваки, идея крутая, только дайте мне время, чтобы я... Я говорю, идея крутая, только дайте мне время вспомнить ее, потому что я ее записал на втором блокноте и оставил его дома. То есть мне надо сейчас буквально в двух словах переписать ее. Ютуб Егор вчера хуй видео маленькое сняли. Все решает, короче, подача, наша энергия и хороший свет с ракурсами. Все. Да-да-да, мы уже снимать видео за 10 минут, оно будет такое крутое. Главное еще обложка вот, и ну, подача, короче, обложка. И название. Сегодня суббота, чувак. Ну, я думал, что может у тебя куда-то все свалили. Не может такого быть. Ну, может. Нет. Ну, ни разу в жизни такого не было. Ни разу. Да, забей, господи, это не важно. Ну, Кирилл. Чувак, ни разу такого в жизни не было. Зачем меня пилить из-за этой херни, да? Да бесит. Наверное, все косточки меня перемыли здесь, пока меня не было. Нет, мы еще тебя даже не обсуждаем. Ну, ему подарок. Хуй меня обсуждать. Нет, я к тому, что...
ты стоишь на том, ну, оправдываешь свою всякую херню. Да я не оправдываю, я не из тех, кто любит оправдываться. Посмотрите эти жалобные глазки, которые не хотят, чтобы мы люди уходили и не брали ее с собой. Вот как можно собак оставлять одних дома? Гуся, не плачь. Сейчас батя придет, он тебя будет воспитывать. Ладно, все, погнали. Он сразу заходит и пыльцу ей ногой передает. Ужас. Да нет, я шучу, Макс. Судя по звукам, дома очень много гостей, и это значит, что Максим сегодня не сможет провести спокойный вечер. Поэтому мы с вами, друзья, сейчас возьмем наш пауэрблок, тихо со всеми поздороваемся и сварим библиотеку, нашу обитель тишины и уюта. Так не хочу ни с кем видеться. Если видишь жи и ши, точнее нет, если видишь хи и ши, у глагола с пиши. Ну это же так просто запомнить, а ты делаешь ошибки по 20 раз. Фу, ребята, это были лучшие мои, наверное, 3 часа, которые можно было вообще где-то провести. Я нашел, наверное, то идеальное место, где куда ты попадаешь, и ты там просто отключаешься от всего. Ты отключаешься от Wi-Fi, ты отключаешься от того, что тебе постоянно хочется жрать. Ты отключаешься вообще от всего мира, и ты просто занимаешься тем, что, по сути, ты должен делать. То есть я сейчас провел лучшие свои 3 часа с занятием английским, и сейчас, когда я домой приду, я немножко передохну, потому что мозг просто невероятно кипит. И знаете что? Продолжу заниматься английским, потому что надо им заниматься по 10 часов, если хочешь какого-то успеха. Если вообще хочешь успеха в чем-либо, занимайся этим по 10 часов в день, и прям вот вообще даже гарантирую вам это.